Сегодня хочу поделиться рецептом жарки рыбы в духовке по вкусу виду, как жареная на сковороде. Рыба у меня сегодня треска, отделим филе. Рыбу можно брать любую, на ваш вкус, например, минтай. Режем на порционные кусочки, у меня примерно рыба филе 700 грамм. Добавляем соль, половину чайной ложки, черный перец по вкусу. По желанию можно добавить специи для рыбы, я не добавляю. Перемешиваем и отставляем в сторонку. Сливочное масло 60 грамм растопим. Добавим 2 столовые ложки сока лимона и перемешаем. Подходящий противень смазываем растительным маслом. Берем кусочек рыбы, обмакиваем в масле с соком лимона. Затем обваливаем в муке и кладем на противень. Сверху посыпаем паприкой сладкой, она придаст аппетитный цвет готовой рыбе, ну и конечно же вкус. Ставим в разогретую духовку и готовим при 200 градусах 20-30 минут. Рыбка готова. Вот такая она получается аппетитная, в разломе рыбка уже остывшая. Желаю вам приятного аппетита, кушайте вкусно и будьте здоровы!